Хочешь быть моим милым другом? Конечно, хочешь. Видишь пёсель с такой шлейкой? Знай, это собака-проводник. Московский метрополитен регулярно помогает российской школе собак-проводников. Под наблюдением работников метро собачек учат ориентироваться. Проходить через турникеты, подниматься и спускаться по эскалатору и даже подавать хозяину упавшие вещи. За несколько занятий они привыкают к большому количеству пассажиров и шуму. Теперь пёсель не только готов сопровождать своего хозяина, но и стать настоящим верным другом.